Вернулся с новым ушком и прекрасным настроением. Рома Каплун и его мама приехали из Соединенных Штатов после операции по восстановлению уха. Напомним, у юного сахалинца была врожденная патология – синдром Гольденхара. Ему требовалась операция, стоимость которой превышала 68 тысяч долларов. Исполнить мечту помогли неравнодушные земляки. Сахалинцы устраивали акции, проводили ярмарки и многое другое. Мама мальчика Оксана и сам Рома пришли в редакцию АСТВ, чтобы поблагодарить за активную помощь в распространении информации о нужде семьи и поделились тем, как все прошло. Рома с первого дня после операции, он уже там бегал, прыгал и скакал, и прекрасно себя чувствовал. Но и сейчас он по-другому. Сейчас он еще помнит, он еще показывает, рассказывает, что новая ушка. Я думаю, со временем вообще забудет. И он сейчас, наверное, уже не помнит, как было. И у нас, конечно, тоже жизнь поменялась. Потому что мы все эти годы, вот как он родился, когда мы это узнали, увидели, у нас же было такое напряжение, как быть, что делать вообще, как вообще с этим справиться. А сейчас все по-другому. То есть, слава Богу, вообще совершенно другие задачи. Уже другие цели, и все самое главное, все, о чем мы прям мечтали. Все хорошо, и хорошо сделали операцию. Да, все случилось. Напомним, что мальчику не только сделали новое ушко, но и поставили слуховой аппарат, а также выровняли асимметрию лица.